С начала 2022 года специалисты филиала Национального центра качества дорожных активов провели 49 выездов. Оценивали содержание дорог в зимний период, выявили ряд нарушений. Некоторые нерадивые подрядчики понесли административную ответственность. Тему продолжит Илья Кудряков. Несвоевременная посыпка песка соляной смесью на опасных участках дороги. Рыхлый снег, гололед, снежные валы на обочинах и задержки с очисткой дорог. По результатам проверок за зимний период специалисты Центра дорожных активов выявили 88 нарушений. По каждому делу они выписали предписание на устранение замечаний. По итогам этих инспекционных выездов направлено 44 письма, значит, предписания заказчику и подрядчику. Заказчик в лице Казавтожола, принимал меры также по устранение вот этих выявленных замечаний по зимнему содержанию. Значит, за некачественное содержание участков автомобильной дороги А21 Мамлютка-Кустанай, значит, был привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 МРП начальник ДО. Продолжается оперативно устранять все выявленные замечания и, безопасность зимнего дорожного движения на автомобильной дороге находится на постоянном контроле. Зима прошла, а следом за ней вылезли все недочеты и по прошлогоднему ремонту дорожного полотна. В 2022-м только на восстановление дорог областного значения выделили около 8 миллиардов тенге. Но по прогнозам специалистов этой суммы может не хватить, поэтому сейчас разрабатываются дополнительные механизмы финансирования. Большие работы планируются по автомобильным дорогам, республиканского значения. Это в виде среднего ремонта. Допустим, это сейчас дорога А1 Нурсултан-Петропавловск, после реконструкции, впервые в этом году будет проводиться межремонтный срок, который составляет от 5 лет, будет проводиться ремонтные работы на этой трассе. Также запланированы ремонтные работы по дорогам, которые переданы с областных дорог в республиканское. Это, допустим, на дорога Р-60 будет ремонт, Волошенко-Сергеевка. Там будет проводиться средний ремонт, там уже в прошлом году работы велись. Казавтожол планирует дополнительное выделение денежных средств. Всего в Северо-Казахстанской области насчитывается около 9 тысяч километров дорог. 2 тысячи из них республиканского значения, примерно столько же областного, остальные районного. Каждый год на ремонт выделяется колоссальная сумма денежных средств, но результата особо не видно, отмечают североказахстанцы. Илья Кудряков, Адиль Нуржанов, служба новостей.